август – это время фруктов, ягод и теплого моря. Многие выбирают этот период для отпусков, чтобы напоследок насладиться теплыми летними деньками. Также это последняя возможность сделать лето незабываемым. Мы спросили у саровчан, какие у них планы на август. Я на работе. На работе, как всегда. Как одна забота, только работа. Больше ничего нет. Не знаю, никаких планов. Уборка огорода и все. Поработать хочу. Я сам по облицовке работаю. У меня есть работа. Клиенты, в смысле. Никуда отдыхать не собираюсь пока ехать. Здесь отдохну. Продолжать свою летнюю жизнь. Дачную, домашнюю. Отдохнуть, съесть на море. А у меня овощи на огороде созрели. Надо будет убирать, консервировать. Заниматься, повторять пройденный материал. Вот, ну, изучать что-то новое. Вот. Детей в школу отправить, собрать. Ну и, пожалуй, отдохнуть перед школой, набраться сил. И все. Никаких планов. Живу без планов. Ну, планирую делать заготовки, да, помидоры созрели. Планирую много чего, но жизнь носит коррективы. Будем сидеть дома на даче. Спасибо короне. Работаем. На пенсии работаем. А как еще можно провести сейчас? Ну как, красиво отдохнуть желательно. Куда-нибудь съездите. Ну, сейчас... Ой, не знаю пока. Потому что сейчас пожары начались. Проблем возникло. Готовиться к школе. Покупать одежду новую, канцелярию. Дома пенсионерам особенно ходить нельзя. Последний месяц работать. Гуляя с друзьями. Ездить уже все отъездили. А так, наверное, больше ничего. Просто гуляя с друзьями. Гуляя с друзьями и веселиться. Ходим на площадке поиграть на самокате и в парк. Ну, просто отдыхать. У нас планы хорошо стать танцевать. Мы ходим в танцевальную школу. Вот. И у нас планы, чтобы за все лето хорошо танцевать. Мне надо поступить в старшую команду. Да. Ну, в команду. В команду выступает, которая там... Ну, в Москву ездит, выступает, в Нижний Новгород. Вот, надо еще прокачаться больше танцами за последний месяц. Мы живем в деревне, планируем там. Больше никак. Большинство саровчан ответили, что в августе у них нет времени на отдых, и они планируют только работать. Вторая часть опрошенных ответили, что планируют провести это время на даче и делать заготовки на зиму. Но есть и те саровчане, которые в это время планируют поездки на море или за город.